Расправь крылья, Сёнин. Приятно видеть у тебя на лице улыбку. Эйвор, так и думал, что ты рядом. Гуннар, ты так внезапно исчез. Тебя будто унесли валькирии. Да, вот это валькирия. Бригитта, сердце мое, это Эйвор. Нашего Гуннара очень непросто покорить. Лавендин, да, это мой Зигвили. Я тоже рад знакомству. Как ты нашел женщину в такой глуши? Она торговала рунами в поселении. Сияла ярче своих товаров. И как-то раз предложила мне руну в обмен на брошь. Руна была крашена, но ей уродливая штучка по душе. У тебя есть родня, Бригитта? If mom and dad cared even gilly than anon, couldn't help drews me. Мать Бригитты была верховной жрицей, а отец элдерменом. Они умерли, и растил ее новый элдермен. Я хочу познакомиться с ним, раз уж наша родня скоро справит свадьбу. Союз, выкованный в пламени любви. Пойдем! И не вини меня в том, что он слышал кое-что про тебя. А ты, Брик? Тим Джолх, и твой баг завайр сих гумпасх гилю. А ты, Воргал, клис лау. Ладно, нечего мешкать, да? Ну что, элдермен слышал что-нибудь о моих похождениях? И не от меня одного. Скальды будут петь о тебе еще долгие годы. А местных мерсийцев не беспокоят викинги под боком? Ну! Самойна? Значит, корни вырезаны для этого праздника? Как они мрачно выглядят. Возьмем парочку с собой. Славный правитель, заботится о своих людях. Обязательно поговорю с ним позже. Пока познакомься с Теудором. Рука липкая, как дохлая рыба, но парень хороший. Станет элдерменом после Кинана. Теудор, познакомься, Эйвор. А, да. По рассказам Гуннара, я ожидал... Что я прилечу на крылатом коне, исцелю хворых? Похвалы Гуннара порой чрезмерны. А, еще язычники за нашим столом. Чудно. Зачем ты здесь? Чтобы помочь другу жениться и напиться как следует. Если удастся завести новых друзей, тем лучше. К
чему христианам дружить с данами? По их вине в Мерсии правят ложные короли. Яблоки? Эйвор, попробуй местный сидр. Тебе он нравится, да, Теодор? Сидр. Ты ведь Эйвор. Успел к моему последнему самойну. Теодор, ты приветил почетного гостя? Ты наказал привечать всех язычников, что вторгаются в Глостер. Так, слушай приказ короля урожая. Хватит кривиться, начинай веселиться. Что, захотелось познакомиться с семьей Бригитты, пока она не стала женой кузнеца? Мы с радостью примем ее в клан. Но здешние виды превзойти будет сложно. В эту пору туманов я расстаюсь и с ней, и с землей. Но Гуннар славный малый, и о тебе говорит хорошо. С твоего позволения. Меня, увы, ждут дела. А, да, святилище. Но на пути столько лихих людей и зверья. Вдруг с тобой что случится? Кинан, мне ни к чему помощь язычников. Вдруг этот отважный юноша падет, так и не успев вкусить сидра и нежных девичьих прелестей. Клянусь, я не успокоюсь, пока не верну его тебе в целости. Да, Теодор? Все ясно. Но чтобы Дан молился святому Кенельму, Бог ужаснется. Эйвор, любимый уже зовет меня. Если хочешь, приходи к нам вечером. Повеселимся. Иди. Надеюсь, вы подружитесь. Берегитесь фей, альвов и духов. А мне нужно проследить за церемонией, дать напутствие подмастерью и забить свинью. Что, идем? Самай. Кинан слишком потакает язычникам. Как стану элдерменом, покончу с этим. Костры, колдовство, какие-то духи. Глостершир сбился с божьего пути. Людям нужно веселье. Скоро уже зимние морозы. А праздник — это радость и тепло. Господь с нами и в хладные ночи. Но детям зимой тяжко. Когда видишь, как они веселятся. На сердце легче. Тут есть священники? Те, кого я встречал, редко были мне по нраву. Здесь никто не борется с богохульством. И один только я могу дать ему отпор. Этому стаду нужен пастырь. И как же ты приведешь их к спасению? Через церковь. Мы отринем идолов из дерева и глины. Восхвалим Господа за его дары. Но мы ведь идем молиться какому-то идолу. Разве этот святой Кенельм твой бог? Нет, и мы не зовем его так. Но Господь прислушивается к нему. Под кустом в чистом поле сложил голову Кенельм, королевский сын. Прекрасен этот край, верно, Эйвор? Да. Смотри, на пути нет никаких угроз, так что в твоей помощи нет нужды. Ты добрее, чем кажешься с виду. И от меня ты не избавишься. Я обещал Кинану вернуть тебя в целости. Странные у вас молитвы. Я славлю Одина стоя. К чему пачкать колени? Чтобы проявить смирение. А колени я пачкал и за меньшим. А вот это звучит куда интереснее. Тише, Эйвор, я молюсь. Мне смотреть или не стоит? Боже, лишь одного просит у тебя раб твой. Терпение. Теодор, я смогу защитить тебя, не мешая молитве. Но все равно мешаешь. Что ты там такого увидел? Зайца? Теодор, беги скорее! Давай, спрячься! Откуда они тут? Смерть свиньям! Ah!
Эйвор, спасибо. Ты спас мне жизнь. Хорошо, что я оказался рядом. Может, Киннон и впрямь видит грядущее. Господи, да их сам Люцифер послал. Этому краю нужна Божья благодать. Скорее, они жили рядом со святилищем. Слава Господу за спасение. Здесь опасно. Эйвор, дай мне помолиться. Я прошу лишь этого. Нам пора в Глостершир. Или хочешь поблагодарить мученика за сегодняшний пир? Я не ребенок, которого нужно от всего защищать. Иди без меня. Я обещал... Да-да, я помню. И когда увижу Киннона, скажу, что ты спас меня от клыков этих демонов. Эйвор, знаешь, если хочешь, я угощу тебя чем-нибудь. Встретимся на празднике. Эйвор, вот ты где! Я пришел. О, и какие приключения тебя поджидали? Я сопроводил Теодора к одному из святилищ христиан. По пути на нас напали кабаны. Odd, but path now usually south. To Debrivo. Но ты спасла его? Уверен, вы вдвоем были просто прекрасны. Я ожидал Киннону слова. Сопляк Теодор жив. И даже цел, Эйвор? Я думал, что ты хорошенько отмутузишь парнишку. Гуннар, я заключаю союзы по всей Англии. Видал людей и похуже Теодора. Мне нужно выпить. Попробуй сидра из прошлогодних яблок. Сколь! Вы пригласили меня на праздник. Расскажите, чего мне ждать? Нигуискалан вела спроджан и creatures of the Vale. The bag for treats. В Глостере делают подношение духом. А если ты оденешься как дух, дадут и тебе. И все даром? Ха, я видал такое лишь на пирах. Мы превратим тебя в чудище и отправим на поиски сластей и выпивки. Выглядит не очень. Плащ и пара косточек. Глупости. Ты будто дух Мари Луит. Ну что, пора за дело? Стань духом серой лошади. Дает за пирог и эль. А твой плащ мы пока придержим у себя. Хорошо. Но петь я никому не стану даже под угрозой смерти. Жаль. Ах, как ты пел, как колокольчик. Птицы дохли от зависти. Гуннар, если я буду там один так одет, я тебя проучу. Rambana Selva.
Закрыто. Никого. Закрыто. Никого. Закрыто. Никого. Закрыто. Никого. Нападут, как только увидят. Sechet heora uivasum. Bidet me bring a nerpas on swilte de birgine. Thank you.
Покажи, что там впереди. И в тумане ночью они увидели на перекрестке женщину в белом. Дети поняли, что не стоит выходить из дома так поздно. Добрый вечер. Ну и что тебе нужно? А, Мари Луит. Но в этом году у нас пироги, Аниэль. Самый ждет. Месяц небо жжет. Мари Луит рядом. Ветер гуляет, духи пугают, жуть наводят гады. О, духи и гады. Держи угощение. Ча? А я знаю, пирог! Мама сделала! Вот! Ложим стихи в честь Мари Луит. Ночью рыщет, что-то ищет, носит ткань простую. Знаете, люди, худо будет. Это Мари Луит. Что ж, складно. Вот это пироги. Слаще меда, Гуннар. Попробуй сам. Гуннар. Пироги. Сюнин, укажи путь. Гуннар! Вот же предатель. Не знаю, бесстрашен ты или глуп, раз говоришь так с воином из клана Ворона. Достойное название для падальщиков. Крылатые крысы! Я вырву твои глаза и скормлю твоему богу. Гуннар, мы в гостях. Пусть идет, поищем еще сладостей. Тебе что, твой нос недорог? Сейчас я его сломаю. Christ, I'm tall. Это вас, твари, нужно жечь заживо! Ты точно не хочешь задержаться в Глостере? Тут умеют веселиться. По ту сторону реки. Тут играют дети. Ты мне не указ, ведьма. Томас Флетчер, я помогла тебе появиться на свет, смывая из тебя кровь матери. Придержи язык. Покажи-ка мне ногу. Это пустяк.
Осторожнее со стариком. Он и так весь изранен. Тилокес, Молдрон за кумпас тапачсис лан. Тебя назвали ведьмой? Я возглавляю в Глостершире тех, кто чтит старые обычаи, но готова лечить людей по обе стороны реки. Гвенет, милая, принеси чесночную мазь из дома. И червей? Мама, мы чистим или отрезаем? Да, захвати червей. Беги, дитя. Обещаю ничего не отрезать без тебя. Храни меня, Эйр! Я рад, что вас смешит моя смертельная рана. Иди, Эйвор, веселись. И о Теудоре не забудь. Модрон, можешь не лечить ему ногу. Я все пойму. С ногой я справлюсь. Но ни одно лекарство в Англии не сможет его заткнуть. Я не творю чудеса. Хороший конец дня. С добрым элем и славными друзьями. Эйвор, вот ты где. Теудор. Ты вовремя. Мы с Гвиллемом поспорили, кто сможет больше выпить. Садись, парнишка долго не протянет. Дай мне чашу. Мне тоже. Так, и мне одну. Гвиллем, у тебя многовато шрамов для раба Божьего. Не каждый мужчина с танзурой родился в аббатстве. Я пришел к Богу, когда уже запятнал душу грехом. За теплый очаг и влажные глаза. Подчас пьянство возвращает человеку здравомыслие. Сколь! Только в бочку не блюй, ладно? Мерзость! Да ты же зеленее! На ноги пролилось. Скоро будешь пол целовать. Уже ноги не держат. Молодец, Теодор. Аж на душе полегчало. Выпьем еще за новых и старых друзей. Из всех элдерменов, что я видел, ты самый беззаботный. В чем же твой секрет? Его нет. Просто скоро я уйду в мир иной вместе со своими заботами. Выпьем же за мою жизнь и смерть.
Смерть? Меня, короля урожая, принесут в жертву на костре. Как Элдермина Симкина до меня, как всех, кто был до него. Ужасный обычай. Жертва после плохого урожая. Будто боги, насытившись, помогут им. Кинан, твои люди любят тебя. Не стоит расставаться с жизнью. Их любовь ослабнет, если я отступлюсь. Лучше умру в огне, чем помешаю жить своей родине. Выпьем. За Элдермана Кинана, веселого и щедрого. Будьте верны ему, пока не заберет его смерть. Спасибо, друзья. За моего преемника Теодора. Да будет он достоин рогов. Что это? Вода? Я как Тор, когда тут осушал моря. Взгляд ясен, рука сильна. Мы его слышали. Нужно, что покрепче. Это лучше любой настойки. Славно. Покажите мне чудесные видения и заставьте пожалеть об этом на утро. Ах, какой мерзкий вкус! Но пьянит славно. Эйвор, давай на чистоту. Я стерплю. Я вел себя мерзко, не отрицаем. И хочу извиниться за это. Мерзость не некуда. Да. Сладко говоришь, язычник. Я жарче яростного пламени. Но могу быть милее мягкого ветерка. Неужели? Я так мил, что скажу правду. Не годишься ты в элдермены. Может быть. Я хотел стать кардиналом. Но те, кто меня вырастил, сказали, что так я лучше послужу Богу. Это твоя жизнь, не их. И служить ты должен только своему народу. Свадьба Гуннара и Бригитты свяжет наши кланы. Но и мы можем заключить союз. А, да. Мой первый союз как элдермена. Согласен. Принесем клятву. Только как? Да, величайшую клятву о величайшем союзе. За союз! Союз величайший! Тише! Все спят! Выпьем еще за нашу дружбу. Сюда, сюда. Берегись черного рыла. Рыло? Как у свиньи? Горящий. Что гонит людей домой? Глупые сказки для малышни. Ха. Думаешь, это бывает только в сказках? Может, я слишком строг к тому, во что сам отчасти верю. И порой говорю глупости. Пойду помочусь. Великая тьма гонит звезды по небу со вспышками цвета и света. Мы пришли. Нам надо сюда. Теодор! 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 Где же ты?
Что было прошлой ночью? И зелье все еще действует. Теодор, ты здесь? Стража Теодора убиты ножом. Сосуд разбит и залит кровью. Может, им кого-то ударили? Кровь. Может, Теодора, если его тащили? Грязные следы. Здесь явно кто-то прятался. Открывай дверь! Выходи! Сумка Гвелема. Интересно, осталось ли там что покрепче? Но почему она здесь? Прихвачу с собой. Так, что все это значит? Убийцы прятались здесь и ждали, пока мы подойдем поближе. Потом они застали врасплох и убили стражей. Ударили Теодора и утащили его. Теперь ясно, откуда здесь все. Кроме сумки Гвелема. Едва стою на ногах после настойки Гвелема. Может, матушка Модрон поймет, что в сумке? Это значит, кровь пятнает и твое оружие, и нашу землю. Кинан, постой. Ты еще не все увидел. Позволь мне доказать свою невиновность. Теодор предупреждал меня о гостях-язычниках и теперь поплатился жизнью. С его смертью Глостер лишился Элдермена. Око за око. Твой клан Ворона лишится вождя. Хватай убийцу! Должны узнать. Накину капюшон. Мне нужно скрыться.
Иди же, Сюнин. Какой кошмар. Бедный мальчик. Я только прибежал. Там. Приветствую. Мама, это друг человека с больной ногой. Эйвор, ты помнишь? Да, верно. Не ожидала тебя увидеть. Все в порядке? Можешь сказать, что такое в этой сумке? Необычная смесь. Один друид узнал, что она хорошо усыпляет. Монах по имени Гвилем налил пару капель в Моэль. Сильнейшая штука. Обыскай дома! От нас не сбежит! Что нужно этим христианам? Как же сильно они мешают нам жить! Мама, чтобы узнать больше о травах, надо пойти к друиду Халивину? Да. Он живет в доме озера рядом с местом, где река Черуэлл впадает в Грейт Ус. Странный малый. Он предпочитает говорить с духами, а не со смертными. Но мне уже пора в Роландрич. Встретимся там позже. Кажется, друид живет здесь. На его земле лишь люди из Соломы. О, дух, ты наконец-то здесь! Несколько дней назад я предсказал твое появление по каплям дождя! Но кто же скрывается под маской из кости? Неужто гость из страны фей? Я знаю, ты не скажешь. Не буду спрашивать. Кем бы ты ни был, теперь мы можем начать обряд. Но люди из Соломы должны ярко полыхать. Пусть пламя ознаменует конец и новое начало. Я же буду ждать твоего возвращения. Дух
дух Соломы говорит, пусть ему вторят другие. Халевин сказал, что люди из Соломы должны полыхать. Значит, подожгу их. Да, вот и еще один. Как рев огня! Кажется, это все. Вернусь. Я внемлю, ветер. Я хочу задать тебе один вопрос. Теперь твое поведение и облик вызывают у меня некоторые сомнения. Ты и правда светлый дух? Да, конечно же, я дух. Докажи. Я помогу тебе, если покажешь, что знаешь тайны мира. Расскажи, как использовать амулеты. Хорошо, давай свои загадки. Что связывает души? Что связывает души? Дай мне немного подумать. Может, ты темный дух? Если нет, приходи и попробуй ответить снова. О чем же он спрашивает? Думаю, в его доме найдется что-то, что подскажет ответ. Кажется, это все. Вернусь к друиду. Я видел этот символ на щитах и могильных камнях. Вижу, кинжал здесь перевернут. Для висельника – нож. От сосуда пахнет ядом. Три орудия убийства. Ша из одной ветки. Вырезы похожи. Статуя женщины, Сабрины, смотрит на меня из-под воды. Статуя женщины, Сабрины, смотрит на меня из-под воды.
рты распахнуты, будто выкрикивали тайны. Внемлю, ветер. Получилось найти свою суть? Если ты светлый дух, ответь. Что связывает души? Амулет двойной ложки. Да, чтобы молодожены ели суп вместе. Люди созданы из земли, воды и ветра. Что спекает землю, сушит воду и смиряет ветер? Тройная смерть усмиряет ветер жизни и обращает тело в землю, а воду в яд. Верно, тройная смерть. Что может уберечь от злых духов? Знак кельтского узла отгоняет их. Этот узел прочен и не страшен лишь светлым духом. Ты точно дух света. Хвала Мабону. Хочешь хлеба со сливками? Нет, мне нужен лишь ответ на вопрос. Эту сумку с травами принес в Глостер некий человек. Знаешь, что в ней? Да, снотворная смесь. Эту сумку наполнял я. Помню, за чашей вина из одуванчиков он вспоминал дом в Кит-Ладроне. В Кит-Ладроне? Хорошо. Благодарю тебя, Халивин. Но этого духа нынче ждут и другие. Так лети же с ветром и листвой, друг холмов. Кит-Ладрон. Звучит странно. А Модран ждет меня у камней неподалеку. Осмотрись вокруг. Вижу Модран. Добро пожаловать, дитя Божье. Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их. Здравствуй, Модран. Стража, скорее на помощь. Убийца Данка хочет снести мне голову с плеч. Мог рассказать о своей беде и раньше. Мы ведь дружны с Бригиттой, и я знаю, что ты не хотел бы ей навредить. Той ночью я лишь пил и веселился. Мало что помню, но мы с Теодором точно не ссорились. Печально слышать. Халивин что-нибудь тебе рассказал? Он дал травы мужчине из Кит-Ладрона. Гвильему, который пил со мной и Теодором. Кит-Ладрон — повалийский тайник воров. Это на холме к западу отсюда. Могу тебя проводить. Я перед тобой в большом долгу. Ты не обязана была мне верить. Я тоже беспокоюсь о Теодоре. И хочу разобраться в том, какая напасть его постигла. Значит, идем. Я найду Гвильяма и верну себе доброе имя.
Этот лес кажется диким, как и весь Глостершир. Я будто проехал верхом через врата в совершенно другой мир. Да, здесь живо старое колдовство, которое хотят искоренить Теодор и его церковь. Теодор хотел перемен. Думаешь, поэтому его похитили? Здесь многие хотели бы занять место Элдермена. Это мог сделать любой из них. Но боги же посылают тебе знамения. Ты ничего не видела? Только дым. Здесь нет других данов, которые могли бы быть в этом замешаны? Тогда бы мы уже давно услышали рев их рогов. Наш народ не слишком скромен. Языки остры, как топоры. Ладно, тайник воров. Здесь я тебя оставлю. Ты будешь в безопасности? Неподалеку есть святилище. Если понадоблюсь, ищи меня там. Да хранят тебя боги. Сюнин, разведай местность. А! Тут нужно быть осторожнее. Здесь. О, нет. Да уж, о, нет. Эйвор, так ты жив? Пощади! Мне приказали! Элдермен Киннон! Он заплатил нам за убийство Теодора! Верните ему серебро, наемнички! Убить и то не смогли! Зря ты решил свалить все на меня, Гвиллем. А мы подумали, оставим парня в живых. Тогда Киннон заплатит еще больше за тайну. Зачем Киннону убийство Теодора? Его же преемника. Мы не спрашивали. Чем меньше знаешь, тем лучше, нет? Решили вымогать серебро, но не выяснили, за что именно. Вот вы дураки. Слушай, мы не убили бы парня, даже прикипели к нему. Подтверди, мы тебя берегли. Это все Киннон? Зачем? Я же... А, боги, он умер! Эй ты, просыпайся! Скажи Дану, что я сам кормил тебя, сук! Прочь, дурак! Слушай, Эйвор, мы ведь друзья. Пили вместе, да? А помнишь цыплят? Еще слово, отрежу язык! Теодору нужен целитель. Его лечили припарками с навозом. Но те, кто похитил меня в прошлый раз, и того бы не сделали. Спасибо за помощь. Смотри, не попадись в третий раз, когда сбежишь. Тебе спасибо. У тебя доброе сердце. Спасибо. Когда очнулся в их логове, думал, что мне конец.